Я вас приветствую, вас, моя армия. Ну что, растем понемножечку, прибавляется каждый день по солдатику. Отлично. Ну а сейчас мы с вами разберем момент, что такое магазин Daiso. Это в Японии вообще все, что по 100 йен, по $1. Но есть разные они вариации, а сегодня мы разберем один из самых популярных магазинов Daiso, потому что там целых 4 этажа и все по $1. Вот с 3 по 6 этаж это все магазин Daiso. Конечно же, первый этаж это будет все связано с едой. Любая штучка, там шоколад, что другое, все будет ровно по 100 йен. Некоторые позиции вообще прикольно сделаны, допустим, вот такие, одна шоколадка, она не продается, ее нужно брать 4 штучки за 100 йен. То есть вот такие 4 штучки будут какие-нибудь разные, вот это все будет $1. Это все еда. Соответственно, всякие орешки, фисташки, другая японская хрень. Все по 100 йен. Японские популярные рисовые снеки. Такая пачка, все тоже, все 100 йен. И опять же, те же самые напитки, тоже все по 100 йен. И даже здесь. В общем, Daiso это такой вот магазин, вот 1001 мелочи, здесь можно купить все. Даже для ванны всякие штучки. Бинты, зубные пасты, щетки, все, конечно, китайского производства. Ну вот все, что может понадобиться необходимо в первую очередь, вот там влажные салфетки, такие любые разные размеры для детей с картинками. И все здесь можете найти. Но это мы сейчас как бы на таком вот гигиеническом отделе. Я такой даже тут уже к Рождеству приготовилось, и вот это все по 100 йен. Шапочки. Такие вот сувенирчики можно, да, вот самому приготовить рождественские венки, стаканчики, рождественские наборы, салфеточки, подставочки, все постоянно. Это мы в отделе таком уже в бытовом. Вот, кстати, вот подушечки, ну тут, да, исключение, вот 300 йен, да, вот в самолет брать очень удобно, там где-то в дорогу под голову подкладывать. Ну а все остальное здесь, конечно, по 100 йен уже, я вижу. Носочки, шарфики, да, вот это такие на шею натягивать, все по 100 йен, по 200 йен, вот, а вот это, реально, всякой столько хрени, вот, глаза разбегаются, много всего, в общем, можно удовлетворить любой вкус, вот, ручки, карандаши, скотч. Кстати, в Японии очень хороший скотч. Его огромное количество разнообразия и качество, в принципе, мне нравится. Тут вот, кстати, вот тоже продается, представляете, да, вот многие там дерутся, там хотят из Японии что-то, вот там кисти, там для каллиграфии. Вот, пожалуйста, вот 100 йен. Ручки различные, там для письма, той же каллиграфии. Все вот по 100 йен это. Чернила специально для каллиграфии, бумага каллиграфическая, все по 100 йен. Вот, кстати, вот знаменитые печати японские. Вот можете выбрать себе печать на свой вкус. Вот
мы откроем. Сейчас я просто с вами посмотрю. Вот какая тут печать. Вот тут старые японские печати. Пожалуйста, выбирайте любое, что вам надо. Я могу так сказать, женщин сюда пускать нельзя. Это будет просто вынос мозга, они тут все захотят купить. Так, это всякие ароматизаторы, искусственные цветочки. Вот тут глина разных видов. Папочки, бумажечки. Календарики. Такие наклеечки. Тут также хороший отдел, кстати, для тех, кто любит что-то делать руками. То есть вот вы можете купить все материалы, которые вам нужны для изготовления каких-то интересных изделий, сувениров, подарков. Хороший выбор. А сейчас мы с вами уже на следующем этаже, где все как бы для кухни. Ну, не для кухни. Вообще, просто для дома. Чашечки, тарелки, стаканы. Я балдею просто. Вот, реально, вы можете здесь затариться. Вот, все, доллар. Бери, не хочу. Бей. И не жалко. Вот, как бы здесь больше современное, а если кто-то любит все-таки японские традиции, пожалуйста. Есть японское в стиле. Вон даже для саке вот наливать. Вот смотрите, какая симпатичная сделана. Мне нравится даже. 100 йен, представляете? Ну, какая миленькая чашечка для риса. Друзья, если вы приехали в Японию и хотите что-то увезти из Японии, но недорого, то, пожалуйста, можете смело сюда заходить. Кстати, в чем прикол, что некоторые вещи сделаны именно в Японии, то что не обязательно в Китае. Также здесь вот выбор для кухни. Тут, конечно, может где-то какие-то позиции дороже, чем все по 100 долларов, ой, по 100 долларов, чуть не сказал, по 100 йен, то есть дороже, чем, но все равно это очень дешево, то есть. Конечно, некоторые вещи наверняка какого-то сомнительного качества, но такие вот всякие вот какие-нибудь там сеточки, там для пюрешки вполне нормально. Тем более доллар, еще там. Под чайничек, смотрите, миленькая, да, доллар. Не жалко. То есть даже пробковая есть хорошая. И вот это все студент. Ну это уже как бы больше тут все для дома, всякие какие-нибудь там подставки. Коробки, корзинки и опять для изготовления чего-то руками, в общем, рукодельные какие-то материалы и все, начиная от самих тканей и различных мелких деталей, бижутерии, каких-то кнопочек. Для тех, кто увлекается какими-то вот изготовлением мелкими деталей, там браслетов, каких-то поделок. Вот, пожалуйста, смотрите, ну, типа вот, чтобы это как бисер, разные вариации. Даже по хозяйству для дома вы можете выбрать все, что вам здесь необходимо. И даже для, не знаю, там какого-то ателье художников, тут есть огромное количество материалов. Выбирайте. Наборы вешалок, различные на стекла наклейки. Да, допустим, вы можете даже украсить свою кухню или ванную вот такими вот наклеечками. Будет выглядеть как по-настоящему. Губки. Вот, для мытья посуды вот наборы по 100 йен. Все. Разных модификаций, размеров, по количеству в этой упаковке разные. Вот, кстати, вот это самая классная вещь. Вот ей можно очистить все. Там налет на стаканах, на посуде, стирает все. Вот реально хорошая вещь. Рекомендую. Вот маленькие кусочки 30 штук, большие, ну, 16 штук. И все это будет ровно 100 йен.
пластиковые вот, ланчевые коробки, да, для обеда с собой брать. Ну, это японская традиция. Ага, вот уже пакеты пошли для мусора, пошла упаковочная бумага, пленка. Вот смотрите, батарейки какие хотите. Очень нужная вещь в доме. Каждый набор по 100 йен. Наклейка на унитаз. Там какой-то, не знаю, непривычный, да? В Японии американский флаг наклеить на унитаз. То есть, как хочешь, так и подумаешь. Так, это вот пакеты все для ваших мусоров. Совочки. Вот всякие вот леечки пошли. Вот земля, кстати, даже есть. Вот. Приспособления всякие, крепления, горшочки. Большие, маленькие. Пожалуйста. В общем, как вы поняли, Дайсо — это магазин недорогих товаров, все по 100 йен, где вы можете свободно приобрести практически все, что вам понадобится для себя и для дома. И в любой момент вы можете побежать, купить, и если даже эта вещь испортилась, то абсолютно не жалко, потому что можете купить новую, а еще какую-нибудь с лучшим дизайном. Всем спасибо, что были со мной. Не забываем подписываться. С вами был Подгандин. До новых встреч. Пока.